Добрый день, уважаемые зрители нашего канала, с вами ОМЗАП, эфир из токарного цеха. Сегодня мы с вами будем протачивать тормозные барабаны, в частности, с автомобиля МАЗ-5440. Так они выглядят. Данную процедуру будем осуществлять на расточном станке производства завода имени Фрунзе в Майкопе, модели О2Е78П. Для этого нам потребуется шпиндель 120-й. Взяли левый резец токарного станка, кое-что тут переделали, доработали, так как внутренний диаметр расточной 410 мм. Надо было как-то выходить из положения. В общем, предлагаю посмотреть, понаблюдать, как это все происходит. С нами Евгений, наш специалист. Сейчас мы в данный момент выставимся, поймаем центр. Ну и, в принципе, начнем, посмотрим. Смотрите, мы уже забазировались, резец когда выставили, получается, с одной стороны берет, тут провал. Следовательно, у нас есть какой-то эллипс, да, неправильной формы. И сама относительно посадочного места. От посадочного оттолкнулись, забазировались, ну а поверху получается, что какая-то неправильная окружность. Ну и сама причина обращения клиента – биение. Ну, проверяем, смотрим, но оно действительно неправильной формы. Сейчас пройдем, сделаем идеальную окружность внутреннюю, и я думаю, все будет хорошо. На маленьких оборотах. Все, по касанию видно, что неровная окружность. С одной стороны берет, с другой не берет, но сейчас все начинает брать полностью. Ну все, ждем проход. Здесь мы с вами видим изделие, которое принесли в работу. Видно, что барабан устанавливался, как-то эксплуатировался, но сразу уже снимался и уже доставлялся к нам на обработку. Частоту видите, да? Что берет неравномерно. Итак, вот у нас уже готовое изделие, пройденное на нашем расточном станке. Частоту можете наблюдать. В принципе, проверили. Все, поверхность идеально ровная. Будем отдавать клиентам и ждать дальнейших отзывов. Поэтому, что хотелось бы отметить. Если есть у вас задача по расточке каких-то отверстий диаметром там в районе 400 мм, мы готовы принять, осуществить. На координатно-расточном станке мы осуществляем, наверное, где-то до 200 будем проходы делать, 250. Ну а все, что больше, до 400, это уже вот на этом, на старом добром нашем станочке. Поэтому, ребята, кому надо, обращайтесь, звоните, пишите. Телефоны, явки, пароли есть. Все, я, Павел, с вами прощаюсь. Всем удачного дня. Не болейте,